Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Викинг. И у нас Майнкрафт продолжение. Я изучаю, смотрю, тут учусь двигаться, прыгать, управлять и так далее. Посмотрите, какая красота вокруг. Ночь, тишина, цветочки, деревца, травка, дерево обрубленное. Так, сейчас у меня, я покажу вам домик свой. Вот такую стенки я построил. Так, сейчас переключу управление. Вот такую избушку я построил, каменную. Укрытие, но это укрытие чисто. Вот. Двери, правда, я не знаю, как нормально ставить. Потому что она как бы щелями получается. Опа, у меня ко мне кролик в гости зашел. Так. Здравствуй, кролик. Так, наполни. Блин. Из-за тебя яму вырыл. Так, где ты? А куда он делся? Друган. Друган, ты че? Так, не сри мне тут-то. Весь дом обосрал. Ладно, не буду я тебя убивать, убегай. Убегай. Убивать тебя не буду. Все, беги. Беги, ты свободен. Беги отсюда. Весь пол обосрал. Так, давай сейчас заделаем эту дырку. Я немножко управлению как бы вроде что-то подучился, вроде немножко. Не знаю, как сделать крышу. На окна мне нужно стекла, еще не умею делать. И вот не знаю, как правильно двери поставить потом. Так, не надо разбирать ничего. Вот как бы вот щели такие, вот как правильно поставить их, я не знаю. Вторая то же самое вот получается. Не знаю, как исправить. Так, мобов у меня пока нету. Я включил мирный режим, чтобы, ну, поучиться посмотреть, как управление, потому что толком ничего не могу. Кролик тут, как всегда, зависает. Кролик, уйди. Вот. Сейчас мне надо будет бежать, найти овечку. Еще вот это управление, вот левое, руль вот этот, я вот не знаю, можно как-то изменить его? Ну, неудобно вот эти крестики тыкать. Не знаю, если... Есть кто-нибудь тут, подскажите, как можно, нельзя изменить. То есть на обычный круглый. Потому что он очень неудобно. Так, сейчас хочу сбегать остров изучить сам. И нужно мне найти овечку, чтобы сделать кровать. Потому что кровати-то у меня нету. Вот. И побежим овечку искать. И посмотрим вообще, что тут еще у нас. Так, да, вон я такую шахту тут вырыл. Немного я поковырялся. Так, иди. Смотрите, какая у меня тут шахта. Вот, выкопал я такое чудо тут. Рылся. Ну, камень добывал. Вот. Так, интересно, ничего не нашел. Немножко угля и больше ничего полезного. Вон, меди немножко торчит, но тут ступеньки я не хочу разбирать. Пускай будет. Так, вот цветочки. Нужны ли они? Или как красители, может, просто, вот не знаю. Тоже пока еще не разобрался. Так, давайте пробежим, поищем овечек. Потому что мне овечка нужна, шерсть нужна для кровати. Кровать сделать. Ну так, конечно, да, игра. Вот управление, конечно, не очень мне, но мне непривычно. А так игра вполне интересная такая. Так, ну там у меня кораблик так и остался тут деревянный. Пускай стоит. А потом буду разбираться с ним. Так, мне овечка. Овечка, в данный момент мне нужна овечка. И вот под воду я не понял, как плавать. Вот сам он тонет. Тонуть тонет. А плыть? А как плыть, я не понимаю. Так, а, вот вверх-вниз. А, вон у меня вверх-вниз, точно, вон. Получается вверх-вниз. Только получается две кнопки надо держать. Так, рыбу я могу поймать? Блин, ну как-то его совсем неудобно. Рыбу я ничего не могу, да? Рыбу я не могу ничем.
Ну да, вообще никаких действий. Вообще никаких действий. Я могу просто, получается, или тонуть, или он у меня просто вверх сразу. Сразу вверх. Он по воде бегает, что ли, только? Вот тоже как-то не понимаю. Что за волшебство такое? Как нормально сделать? Почему он не плавает? Не плавает под водой. Что у нас под водой вообще? Интересного, вкусного есть что-нибудь под водой? Рыбки плавают, вижу. Так, осьминожку вижу. Я-то могу вот вверх только и все. Ну как так-то? Вот только вверх и все. Что-то ерунда какая-то получается. Так, тут у нас остров. О, там у нас остров, вон какой большой. Так, откуда нам, куда нам? Вот свой не забыть-то. Какой там у меня был? Адрес-то, позиция. Ну, пускай 260, 260, 130. Хорошо, сейчас, может, на тот островок сбегаем, посмотрим, что там такое. Может, там поинтереснее даже. Опа, это что такое? Что это такое? Ух ты, он засасывает меня, что ли? Ну-ка. Ага. Она у меня... Так, стоп, она у меня убивает. Ты чё, не шали. Какая-то воронка, что ли, там? Так, и мне овечки, овечки нужны. Нужны овечки. Так, там что-то такое интересное. Так. Тут какие-то подсолнухи, что ли, растут. Вон. А это кто, овечка или кто это? Ну, похоже на овечку, да? Ну да, овечка. Сейчас посмотрим даже. Баранина. Это не овечка, это баран. Шерсти с него нету. А, вон белая шерсть. Все, да. Отлично. Слушайте. Вон еще один. Отлично вообще. Надо мне арбалет какой-нибудь. Отлично. Отлично, замечательно. Вот и овечки у нас тут пасутся. В принципе, рядом с домом, да? Где мой дом? Где мой дом? Отдайте мой дом. Я, походу, уже заблудился. Так. Сейчас с высоты птичьего полета посмотрим еще. Корова, свинья. Ну, шикарно тут. Опа, опа, черепашка. Черепашка, он плавает. Так, дом мой там. Так, интересно, вот как возвращаться домой? Не знаю, может... Карту какую-то можно нарисовать или как. Там что-то плещется. Что-то такое. Что это такое? Пык, что-то я взял. Пык, что-то взял. Семена какие-то. Ну, хорошо, пускай будут. Семена так семена. Так, а овечки, так, я так понимаю, 4 кубика этих их надо. А вон еще овечка, отлично. Иди сюда, родная. Я тебя подстригу. Спасибо, спасибо, родная. На пользу отечества ты очень поможешь. Так, хрюшка тоже пригодится вдруг. Может быть, так, это что, бамбук какой-то? Какой-то бамбук, да? Так, сейчас. Ох, тут остров прям большой такой. У меня такое ощущение, что там строения какие-то даже есть. Надо бежать смотреть. Я вот хочу посмотреть.
Так, ну корову не будем, коровку обижать. Коровку обижать не будем. Вот как он по воде бегает? Ну вот это, мне кажется, лишнее совсем. Это лишнее. Мне кажется, он должен плавать. Так, главное не заблудиться, главное не заблудиться. Ух, тут деревьев прям. Ух ты, ух ты. Так, вон овечка еще. Че это застрял-то? Две овечки. Отлично. Меч забыл. Так, овечка. Овечка милая, иди сюда. Ты мне очень нужна, ты мне очень поможешь. Ты мне поможешь выжить на этом острове, в этом одиночестве. Не, тут вроде ничего такого нету. Вроде ничего такого нету здесь. Так, главное дорогу потом обратно идти. Ну, будем как-нибудь там по солнцу, по луне. Так, ну тут лес, да? Все, лес. И лес. Лес, березовая роща. Кругу не знаю даже куда. Ну пока, наверное, далеко не надо, но да, разобраться тут как с картами там. Да, может, коровку тоже. Пригодится вдруг, я же не знаю. Прости, коровка. Так. Так, что-то там извещение какое-то. Алло, не алло. Там прям деревья такие. Прям такие густые. Ну, а что за дерево? Что за дерево? А, я же не собрал, тоже собирать надо точно. Так. Сосновое бревно. О, сосны. Сосновый лес. Сосновый лес. Так, сколько у меня овечек уже? Вроде достаточно должно быть. 5, да? А там вроде 4 надо. Для кровати. Так, иди. Что-то не понимаю. Что-то я... Тупит что-то. Вот как плавать? Мне кажется, я где-то видел, что плавать под водой-то. Почему у меня не хочет плавать? О, тут черепахи. Прям аж 3 штуки. Так, ну убивать не будем черепашек, наверное. Там пещера. Они туда ныряют? Мы туда, да? Ага. О, куда поплыли-то? О. Кстати, как вот зверей можно приучать? Вот тоже интересно. Пока не понимаю. Так, ну там уже тоже все пески. Что-то. Вот бег по воде, конечно, оно смущает меня. Я бы лучше поплавал бы. Вон еще черепашки. Давайте, ладно, убьем. Посмотрим, что она даст. А что-то мне так и просто ее не убить-то даже. Выплывай сюда. Поговорим. Так. Так. Ну, интересно, ну, тут, не знаю, все острова вроде такие
Мне кажется, мой получше будет островок. Мне кажется, мой посимпатичнее. Что-то еще хорошо есть. У меня в начале карта давалась какая-то, но я ее, так сказать, просрал. То, что я... Так. То, что я умирал тогда, я все потерял. И карту, и оружие, все, что в сундуке давалось. Что-то такое интересное тут. Что-то такое интересное. Что за камень такой белый? Мне интересно, что за камень белый? Что за белый камень? Вот этот, что такое? Это же не обычный камень, правильно? Так, давайте посмотрим. Диорит. А что это такое? Что за диорит такой? Так, тут еще какой-то другой. Вот это же другой. Так, это что у нас? А, это диорит. Шерсть. А это гравий. О, и гравий есть. Так, тут медь уже, я знаю, видел уже такие. Ну, давай еще посмотрим, может, меди, с медью повезет, может. Я ту шахту очень сильно изрыл там. Ну, блин. Угля мало совсем. Меди немножко только. Так. Хорошо, буду иметь в виду. Угля. Угля бы мне или... Или золото. Золото я в любом случае люблю. Так. Так, надо теперь как-то выбираться отсюда. Я, может, еще свою шахту углублю, и, может, будет замечательно. Может, что-то и будет там еще. Попозже этим займусь, полным углублением туда. Так, ну что ты, лезешь или чего ты? Давай, давай, вылазь. Так, коровка. Так, ну, охотиться на коров мы не будем. Так, там, а что у нас? Ух ты, как я прям приземлился-то. С грохотом. Так, здесь у нас что-то. Здесь что-то разное прям все. Это что такое? Так, давай-давай, посмотрим. Так, что это? Где это выпало? Это семена, это не то. Диорит. А, ничего не выпало, да, у меня? Это бревно. Так, иди сюда. Сырая говядина. Кожа. А, это сахарный тростник был, да, я же так и не посмотрел. Сырая свинина. А что я сейчас отрыл, я даже и не увидел. Пик-пик, что-то забираю я. Пик-пик, что-то забираю. А, это, наверное, медь необработанная такая. Наверное. Так, это у меня... Ну, это вот то, что было, да, диорит. Не знаю, зачем он нужен. Так. Ну, глубже не будем лезть. Сейчас не за этим, это долго. Это я отдельно потом поковыряюсь сам. Я думаю, вам не интересно это будет смотреть, как я буду ковыряться в земле. Так. Где мой дом? Где у нас луна? Где солнце? Ничего нету, что ли? Ни луны, ни солнца. Так, а какие координаты были-то? Я не помню. Я
Хотя я не помню координаты-то даже. Так, сейчас повыше залезу, посмотрю. Там у меня корабль большой. Как ориентир. Ух ты, прям. Луга зеленые. Так. Мне кажется, я вот туда куда-то бежал вроде. Так, что-то было там 200 вроде. Так. 61. 63. Так. Вроде 200 было, значит, в ту сторону, да? Опа. Приземлился. 200, значит, в ту сторону. Не, ну это, не знаю, издевается какой-то, ходьба по воде. Бля, а как плавать-то? Я говорю, я вроде видел, что плавать. Я посмотрю, конечно, интернет еще, но мне кажется, я помню, что можно плавать. Так, у меня что-то 200 на 60, что-то такое там было. Координаты мои. Так, песчаник один, песчаник. Да, вот как бы, может, акваланг какой-нибудь вот плавать. Вот, интересно было бы очень. Но я пока не разобрался. Так, так, так. Куда-то, мне кажется, ближе к моему дому идем. Ни солнца, ни луны нет. Я бы, может, и по ним определился бы. Так, вот это, наверное, мой район цветочный. Цветочный луга, наверное. Вот это мой, наверное, район. Вон там каменная хижина, да? Так, 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 так. Кстати, даже ночью красиво так. У меня прямо реально цветочные луга. Красивое место, мне понравилось. Да, и вон деревянный кораблик мой тут. Так. Вот мы и дома. Надо выше как-то сделать и какой-то флаг, прям маяк какой-нибудь. Кстати, маяк, может, как вариант, надо подумать на эту тему. Так, и кровать. Кровать меня волнует. Кровать. Как сделать кровать? Так, это что у меня? Инвентарь, да? Кровать, кровать. Это у нас оружие. Здесь у нас... я сам не знаю, что. Так, а где кровать-то искать? Так, вот эти надо перещелкивать. Так. Вот кровать. А что мне из дуба? Дубовая доска нужна. Отлично. Есть она у меня? Нету. Или идти рубить надо? Так, вот дубовая есть у меня. Отлично. Так, кроватку сделать и можно будет спать, отдыхать. Так, кроватка есть. Так, куда ее поставим? Сюда куда-нибудь. Ага, так. Не ставится. А как ее ставить? О, прямо так посреди. Так. Ага, о, такая точка появления задана. Точка появления. Так, это значит, я здесь возрождаться буду? Правильно я понимаю? Точка появления. То есть, если я тут поспал, то здесь возрождаться будет тогда. Угу. Интересно, интересно. Так, надо что-то с животными думать, да? Я так понимаю, какие-то загоны надо свои делать или что-нибудь. Здесь устроить пастбище, пускай коровы там. Что они дают, что-нибудь как-то прикормить их или что там делать с ними надо. Вон зайцы бегают прям толпами здесь.
И надо будет включать уже, наверное, мобов. Будем с мобами воевать. Так, сюда надо будет лестницу какую-то более резкую сделать, чтобы к дому быстрее подниматься. И надо разбираться, как крышу делать, как стекла делать. Буду искать, лазить. Так, на этом сегодня я заканчиваю. Пожалуйста, если какие есть советы, подсказки, пишите. Пройдем вместе игру, побегаем, повеселимся. Всем спасибо, всем пока.